какой же сегодня вечерок. Снежок, легкий ветерок дует. Что может быть лучше этого? Зима и правда удивительное время года. Красота. Что там? Ирихон, что ли, вышел на связь? Давно с ним не разговаривал. Так, ладно, кто там у нас? Что это? Я вроде бы закрывал эту почту. Никто не должен же знать о ней. Так, и кто же этот у нас незванец? Привет, команда Форхон. Хотелось бы рассказать вам о том, что существует темный лес недалеко от основной части тайги. В данном лесу существует одна легенда. Легенда о Дитя Тьмы. То есть того самого леса. Говорят, приезжие в данный лес никогда не выбирались живыми, а те, кто пытался туда зайти, моментально передумывали и убегали из-за сильного и страшного воя. Кто же проживает в этом лесу? Вопрос интересный, не правда ли? Вот поэтому я предлагаю вам съездить в данный лес и узнать настоящую правду. Я же знаю, что вам нравятся такие экстремальные дела. Так вот, чуть ниже данного сообщения есть координаты. Можете по ним выдвигаться. Желаю вам удачи. Идея, конечно, рисковая, но одновременно интересная. Да и эта информация может быть ложью. И как быть? Хотя, я знаю, как проверить эту информацию. Нужен только один звонок. Пусть проверит этот email. Думаю, у него получится. Алло, привет, Ирихон. Какие люди. Здравствуй, Фло. Как сам? У тебя что-то срочное? Да, все отлично. Звоню тебе по делу твоей специальности. Прям как ты любишь. Информация секретная. Так, интересно. Рассказывай, что у тебя там случилось. В общем и целом. Мне неизвестный пользователь на закрытую почту прислал сообщение с предложением поехать в один лес, недалеко от основной тайги. Вроде называется... Темный лес, вот. И я хотел, чтобы ты пробил данного чувачка, сейчас я тебе его скину. Вот. И просто пробей его и скинь мне информацию, если ты, конечно, сможешь. Слушай, я как раз сейчас иду на работу. Думаю, у меня получится это сделать. Только нужно будет подождать, так как данная процедура не быстрая. Думаю, сам понимаешь. Да, понимаю. Ладно, не буду тогда мешать. Как будет информация, позвони. А я сейчас Томасу звякну, спрошу у него, поедет ли он. Хорошо, Фло. Давай, конец связи. Как будет что известно, я тебе позвоню. Так, ладно, что я там хотел? А, точно, нужно Томасу позвонить. Рассказать ему про это сообщение. Да и про лес. Интересно, что он скажет. Может быть, и поедем в этот темный лес. Да-да, Флор, привет. Как ты? Что случилось? Здоров, Том. Все отлично. Слушай, мне тут на почту предложение пришло. Один неизвестный прислал мне жуткую информацию про один лес. Недалеко от основной тайги. Говорят, там живет какая-то дитя леса, которая защищает данный лес от посторонних живых существ. Ну, по типу нас, людей. Он даже прислал координаты, куда нужно ехать. Потому что данный лес по спутникам никак не показан. Как он мне написал, говорят, приезжие в данный лес никогда не выбирали живыми. А те, кто пытался туда зайти, моментально передумывали и убегали из-за сильного и страшного боя. Кто проживает в этом лесу, никто не знает. И поэтому нам поставили задачу. Узнать, кто проживает в этом лесу, и, конечно же, запечатлеть все на камеру. Как тебе такое предложение? Чувак...
Это же... предложение нашей мечты. Такого еще ни у кого не было. Это, считай, наше первое серьезное дело. Конечно, я согласен. Знаешь, я с тобой чем-то согласен. Но ты же понимаешь, это серьезные риски. Если с нами что-то случится, то все. Я думаю, ты понял, короче. Я понимаю. Но ты тоже пойми. Это, возможно, наш шанс подняться. Если мы его упустим, то будем жалеть, что не поехали туда. Не переживай, Бро, все будет отлично. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. А в нашем случае пива с рыбкой. Умеешь ты все-таки уговаривать, Том. За это тебе отдельное уважение. Флор, ты как? Все нормально? Да, все нормально. Просто переживания есть. Согласен. Есть такой непонятный мандраж. Топ, а можешь, пожалуйста, переключить радио? А то одно и то же крутят, уже бесит эти повторные песни. Давай сам, еще тянуться нужно. Ух, Том, как всегда все само делать нужно. Сука, Флор, тормози! Твою ж мать, Том, что за день сегодня такой? Ты же понимаешь, что мы сейчас могли умереть. Ты это понимаешь? Флор, все бывает. Мы от такого не застрахованы. Даже если бы я сидел за рулем, я бы тоже навряд ли успел нормально, блядь, затормозить. Возможно, ты прав. Ладно, извини. Ты тоже прости. Знаю ведь, эмоции эти. Том? Том? Том! А, что? Я тут? Где? Мы уже подъезжаем, а ты храпишь как бык. Да хватит тебе, всего лишь на 20 минут задремал. 20 минут? Ты серьезно? Ты уже второй час спишь. Ой, да ну тебя, зануда. Вон там, тормози. Хорошо, хорошо. Как же тут свежо. Красотища. А еще наговаривают про этот лес. Делать вообще нечего. Иди давай вон, вещи готовь. Нам скоро выдвигаться нужно. А то уже скоро ночь будет. А нам еще хижину искать. Если найдем еще. Флор, я готов. Ты как там? Я уже все. И мы, кстати, уже не успели по светлу пройтись. Придется по темноте шастать. Вот это уровень хардкора. Да чего мы обезбашенные? Обезбашенный тут только один. И это ты. Сколько дел уже наворотил. Ну все, хватит на меня наговаривать. Достал уже. Да ладно, забей. О, снег пошел. Как всегда, вовремя. Уходите срочно! Ух ты ж, отец! Ты чё так пугаешь? Дед, ты кто? Рабочий местный? Ты тогда чё тут забыл? Или алкаш? Тебе денег дать, что ли? Я вам ничего не расскажу. Просто прошу вас, уходите срочно. Вам здесь не рады. Иначе будут плохие последствия. Том, он же алкаш. Забей на него. Сразу же видно, что принят. Дедуль, идите проспитесь. А то вдруг проблем себе нахватаете. Недолго вам осталось жить, ребята. Недолго. Лучше бы послушали меня. Ну ладно. Это ваш выбор. Ох ты ж, что там упало? Что за хрень, куда дед пропал? Чё за шуточки, мне это уже не нравится. А я тебе говорил, что это место проклятое. А ты экшен, экшен. Как обычно, в тех герой играет, а потом потихает спустя время. Ой-ой-ой, кто бы говорил? Экшончик. Пошли давай, а то уже время. И погодь,
Сколько сейчас время? Ёп, чувак, уже 9 часов. Нам пора. Все. Вот мы в безопасности. А ты переживал. Ты про себя тоже говори, умник. Короче, нужно как-то согреться. Глянь, там нормальные дрова, не сырые. Если не сырые, то давай разжигать печь. Флор, у меня радостная новость. Дрова, конечно, чутка сыроваты, но ничего, подсушим. Я надеюсь, ты брал охотничьи спички? Не переживай, взял. Ну что, вроде разжег. Теперь остается ждать тепла. Молодец, молодец. Ну что ж, нужно придумать, чем мы и где будем спать. Хотя, вон, на печке можешь лечь. Там как раз койка есть. А я пойду посмотрю, что дальше в доме есть. Может, какая-нибудь спальная комната будет. Давай-давай. Я пока дров покидаю. Ух, как же тут холодно-то. Ух, пипец. Ну хотя бы комната с кроватью есть. Но вот спать тут нереально холодно. Так еще и снег задувает. Значит, тут не вариант спать. Том, как там у тебя? Все нормально. Тепловод уже расходится по дому. Чувствуешь? Да чувствую, чувствую. У меня тут это, проблемка. Что случилось? Пойдем покажу. Ну, пойдем. Ну вот как-то вот такие вот дела. Пипец, как тут холодно. Так еще и задувает сильно. Вот и я про это. Как вы спать-то будем? Хороший вопрос. Ладно, я что-нибудь придумаю. А ты это, иди снаружи по хату проверь. Нет ли там никого. Ну так, ради спокойствия. Хорошо, сейчас приду. Давай, будь осторожен. Угу. Ну
чего тут потерять-то, а? Тут и все и так хорошо, ну кроме метели. Твою мать, что за хрень? Ох, Флор, Флор! Чего, Том? Что случилось? В общем, ложимся спать, там на улице страшные звуки какие-то сдалека. Думаю, оно самое, все. Супермен боится криптонита, а монстры одеяло. Ты уверен? Точно оно? Никакое там животное? Точно не уверен, но сам понимаешь, каждый звук, каждое действие в этом лесу может дать нам посраки. Знаю. Ладно, я тут это, подготовил для себя место. Теперь можем ложиться. Ладно, Флор, давай реально спать, а то у меня сейчас кукуха поедет. Ого. Давай, спокойной ночи. Давай, Флор, добрый. Ишак, просыпайся! Блин, может это козел? Или может ослиха? Том, ты опять за свое. Да хоры тебе, надо ж обстановку разрядить. А ты опять со своим недовольством. Ох, замучил ты меня, Том, замучил. Я тебе чай приготовил, будешь? Не откажусь. Ну что, Сусанин, куда теперь пойдем искать приключения на свою задницу? Я пока ночью засыпал, вспомнил, что взял с собой распечатанную спутниковую карту этого леса. Не знаю, правильно она или нет, но дом на этой карте есть. Значит, шансы увеличиваются. Достань карту в моем рюкзачке, она в правом кармане. Ок. Здесь? Да, вот тут. Угу. Вот она, держи. Благодарю. Так, как я понимаю, мы здесь. Изба находится недалеко от небольшого озера. Предлагаю пойти вот туда. Может быть, найдем что-нибудь? Ну что, может пойдем? Допил чай? Да, спасибо. Держи. Угу. Том, сколько мы там уже идем? Час, два? И где это озеро? Да я откуда знаю? Ты же видишь карту. Вот ты и должен знать. Вон, смотри, мешок свежий. Снегом еще не засыпало. Пошли глянем. Ты уверен? Что-то он не похож на обычный черный мешок. Тем более, он свежий. Даже снега толком нету. Пошли просто глянем. Нам же нужно улики собирать. Не забывай. Ну пошли. Фу, ёп, что так воняет? Ух ты ж, бля, чувак, это труп. Черепушка вся в крови, царапинах. Жуть, бля. Твою же мать, черт. Да кто же его так? Бедный мужик. Что с ним делать-то? Предлагаю его по-человечески нормально похоронить. Не оставлять же его так. А то животные сожрут его. Согласен. Давай похороним. Thank you.
Вот и озеро наше родное. Долго мы до тебя шли и наконец-то дошли. Да, согласен. Видишь, вон, кстати, в озере лодка промерзла. Интересно, откуда тут она взялась? Кто владелец? А ну-ка, сфоткай меня возле того озера. Ну так, на память, так сказать. Хорошо, давай. Все, готово. Благодарю. Флор, а давай-ка порыбачим? В смысле? Как? У нас же удочек нету. Каким способом? Все проще, чем ты думаешь. Будем рыбачить, как мой дед. Руками. Ты что, совсем уже? На холодке охладился. Ну а что, идея классная. Тем более можем еще ее и пожарить. Да, ты не меняешься. Ну как обычно, зануда. Ну ладно, ладно, погоди. В общем, озеро называют подводным кладбищем. Даже ходят легенды, что в глубине расположены сотни могил домашних животных, которые не угодили собственным хозяинам. Вот скажи мне честно, ты идиот? Почему сразу идиот? Ты историю прямо сейчас придумал или тебе белки нашептали? Что-то ты нас тут задержал, нужно идти, а то вообще ничего из-за тебя не успеем. Ну вообще, ни стыда, ни совести. Совсем уже обнаглел. Пошли давай, пес мохнатый. Кто бы говорил. Флор, что там по карте? Долго еще до деревушки идти? Ты же у нас картограф. Во-первых, я не картограф. А во-вторых, деревня у нас будет через этот... овраг? Ну, что сказать? Пришли, блин. Твои предложения? А ты, белочка, маякни. Может, нам помогут. Перелетим. Погоди ты со своими шутками. Так или иначе, нам нужно перейти на ту сторону. Другого выхода у нас нет. Лезть через горы очень страхово, и у нас нет специальной экипировки. Ну что ж, давай попробуем. После вас, госпожа. Томас, ну ты совсем дурак. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, осторожно. Осторожно, дядь. Стараюсь, чувак, не мешай. Фух, слава яйцам. Томас, переходишь? Слушай, я тут подумал, я как бы не акробат. Давай живо, не выёживайся. Да ладно, ладно, харе бубнеть. Так, осторожно. Все нормально? Да, отлично. Испугались? Обосрался. Флор, мы же в деревню идем. Ну да. А что, забыл что ли? Да не, просто без гостинцев как-то не очень. Да еще и в хату проситься. Ну с этим да, согласен. Как-то невежливо с нашей стороны будет. Как думаешь, в этой деревушке кто-то вообще живет? То домовой не очень хороший собеседник. Они к незнакомцам из города так себе относятся. Где ты этой ерунды начитался? Если опять твой интернет, то я тебя вообще слушать не буду. А чего интернет сразу? Это жизненный опыт, братан. Опыт. Флор, все-таки тут жизнь есть. Ну да, ты прав. Отец, мы туристы. Нам бы погреться чутка, да и немного о местности узнать. Здорово, ребят. Да. Возле меня есть хибарка. Новый друг, Захарыч. Он город переехал жить, ближе к внукам. Так что, дом ничейный. Можете в нем перекантоваться. Вы только это, шторы покрепче закрывайте. И на улицу меньше выходите, чтоб тепло не выпускать. А то дом и так плохо отапливается. Понял, понял. О, здорово, ребятки. А вы откуда будете? Мы москвичи. Приехали, так скажем, поснимать снежные красоты.
А, бывало пару раз в Москве. Блин, у вас там все как в лабиринте, хрен пройдешь. И все же по-своему интересно. Ну а что поделать? Москва-сити. Мужики, поскольку вы гости, приглашаю вас в баньку. А то что, зря топил? С радостью примем приглашение. Согласен, давно в баньке не парился. Так, Олег, ты сначала мне помоги, а потом твоя банька. Бать, понятное дело, о чем ты? Вы не против, если мы с вами пройдемся? Можно, хлопцы, можно. Блин, Том, а у нас же полотенцев нету. Да. Да ничего, свои, да, не жалко. Тома, поддай еще водичку. Ух, как идет, ух. Да вот он припарился. Ух, а подай-ка еще. Давай. А, придурок, холодная! Ой, я просыпался в камне! Ой, не на меня! Сюда! А! Не, ну, Ванька, конечно, такая. О, сынки проснулись. Ну а шо, отец? Утренние петухи не дадут уснуть. Ха, это точно. А Олег шо, еще спит? Да, спит малый. Мы же вчера, перед тем, как вы пришли, с Олегом деревья на дрова рубали. Вы как вообще? Да нормально. Вот сегодня на охоту собираюсь. Охота — это хорошо. Вы только аккуратней будьте. Я ночью вой слышал. Кто знает, какая живность по лесу бродит. Тебя не сгрызли хоть? Да нет. Ладно. Может, расскажете вообще о местности там? Что красивого можно поснимать, завпечатлить? А может и необычное что-то? Ну что говорить? Опасно нынче тут. Ночью лучше вообще нос не высовывать. А вся красота у нас, во, за горами. Гид вам нужен? Он в этой деревне? Ой, так, за горами, за лесами. Вы как в пещерку до рельса перейдете, в лесу и хибарка будет. Ее несложно найти. Там мужик все про лес знает. Родился здесь, жил и живет. Любая белка его знает. А любая? Ну, это к слову. Получается, наш путь идет через эту пещеру? Да. Вы только там не живите, да и вообще. Что в пещере, что возле рельс, там все на соплях. Ну ладно, добрый путь, как говорится. Давайте, хлопцы, ни пуха, ни пера. К черту. К черту. Офигеть, Том! Глянь, откуда здесь интересная ЖД-станция взялась? Тем более в такой глубине леса. Так или иначе, кадры здесь будут отличные. Это ты точно подметил. Давай ты в вагон пойдешь, а я тут осмотрюсь, что за контейнеры. Вдруг чего интересного найдем. Хорошо, если найдешь кого-то, зови.
я далеко отходить не буду. Вор, иди-ка сюда, быстрее. Сейчас. Наверняка опять какую-то ерунду покажет. О, пришел уже. Вон, смотри, в ту сторону. Человек? Его же здесь не было. Странно. Наверное, работник местный. В таком еще заброшенном месте. Жуть. Слушай, а давай у него интервью возьмем. Думаю, людям было бы интересно послушать историю рабочего, который проживает в заброшенной ЖД-станции. Да ну, сейчас такого наговорит. 100 пудов отшельник. Да ладно тебе, почему бы и нет. Такой материал запишем, по ТВ еще показывать будут. Ну, ладно, погнали. Здравствуйте. А, здравствуйте, ребят. Подсказать чего вам? Мы бы хотели взять у вас интервью. Ну и задать пару вопросов. Да. Конечно, давайте. Ух, отлично. Вижу, у вас прям настрой такой, боевой. Ну как же без него? Тогда сейчас мы достанем оборудование и будем начинать. Флор, чур ты репортер. Том, огорчаешь. Без проблем, конечно. Ну что там, запись пошла? Ага. 1, 2, 3, погнали. Итак, здравствуйте. Можете, пожалуйста, рассказать, как давно вы работаете на этой ЖД-станции? Знаете... Очень давно. Еще с 1980 года. Я тогда еще был помощником по станции. Помогал, так сказать, перевозить грузы. Настраивал оборудование. Везде меня звали помочь. Так как я мастер на все руки. По крайней мере, так говорили работники. Интересная у вас история. А что вас привело работать в тайге? Хороший вопрос. А если честно, на то время, сами понимаете, зарплаты нищие были на гражданке. А жить как-то нужно было. Вот и решился на эту работу. Ну и, конечно, половину зарплаты, а точнее быть, 210,7 рублей... И 7 копеек я пересылал родным. Вот говорили мужики, себе отложи, себе. А вот для семьи не жалко было ни копейки. Слушайте, а вы случайно не замечали тут ничего странного? Странного? Олени тут у нас дикие водятся. Красавицы. Каждый день на них любуюсь, но подойти опасаюсь. Так, ладно. Следующий вопрос к вам. Почему вы здесь один? Или где-то тут есть еще работники? Долго я здесь уже. Долго. Не могу уехать. Пытаюсь ухаживать за ЖД. А остальные, так скажем, попрощались. Жалко это место. Мы ведь с ним похожи. Такие же одинокие. Так, все, Флор, сворачиваемся. Слушайте, а какие места можете нам посоветовать поснимать? Дай-ка подумать. Вот, точно. Можете в метро пойти поснимать наше местное торжество. Стоп, откуда тут метро? Давненько уже. Лет так 40. Работы секретные там велись. Ух, вот это мне уже нравится. Да ну нафиг, реально что ли? А нас там случайно не придавит ничем? А вы главное сигнализацию случайно не включите. Тогда все будет хорошо.
А где вход в метро? Внутри здания ЖД. Есть спуск вниз. Он будет выделяться среди всех входов. Не ошибетесь. Главное, спускайтесь осторожно. А то вдруг еще люстра упадет на вас. После того, как спуститесь, будьте там осторожны. Это метро хранит много злости и ненависти. Долго не задерживайтесь. Так, Томас, ты это, давай догоняй, а я побежал. Сделал, так сказать, разведку. Ему просто нравится вся эта тематика. Не обращайте внимания. Все мы в душе как дети. Нам это нужно, чтобы забыть плохое. Да, сынок. Это точно. Вам тут не холодно? Не, я уже привык. Ладно, мы пойдем уже. Берегите себя тут. Удачи вам. Спасибо за интервью. Давно уже не сберег. Лор, напомни, зачем мы сюда спустились? За мощнейшим крутым материалом, и не только. Давай осмотрим территорию. Ради этого мы сюда и пришли. Я пойду гляну внутрь вагона, вдруг чего-нибудь интересного найду. Мертвую душу, к примеру. Ну я пойду пройдусь по всей станции. Как посмотришь, как дела обстоят в вагоне, беги ко мне. А то станция не маленькая, а смотреть быстро одному ее не получится. Да без проблем. Осторожненько. Так, интересно девки пляшут. А чего, собственно, тут может быть эпичного? Обычный вагон с сидухами. Никаких даже чемоданов с открытками. Ни дневников. Жаль, конечно. Я более ожидал увидеть здесь. Не понял сейчас. Погоди, Флор. Тебе сейчас кажется? Или... Да ну нафиг! Это же голосовой дневник. Он вообще работает? А ну-ка. Исследователи, вы попали в непредвиденную темпорально-пространственную аномалию. Я зарегистрировал исчезновение ваших противников из комплекса. Похоже, аномалия вот-вот накроет и вас. Осталось 2 минуты на борту, не больше. Что за аномалия такая? Что за комплекс? Ничего не понятно.
может, это вообще к метро не относится? Да ладно, пофиг. Хоть что-то нашел, уже радует. Не понял. Сейчас я что-то не понял. Тут кто-то есть? Ау. Тут есть кто? Звук вроде издался из кабины машиниста. Черт, а ведь страшно это место. Как-то стрёмно идти туда. Ну ладно, попробую, рискну. Была не была. О господи, твою ж налево! Ух, фу, что с тобой сделали? Боже мой, ёпта, чувак. Ты еще взрос к вагону. Твою ж налево, что тут произошло? Отшельник ничего не рассказывал про это. Хотя, может, он и сам не знает. Флор! Флор! Да, Том, я здесь. Иди осторожно. Бегу! Твою ж мать! Флор, честно, у меня нет слов, чтобы описать данную ситуацию. Именно, Том, именно. Я вообще без понятия, что здесь произошло. Нам отшельник ничего про это не говорил. Возможно, мы чего-то не поняли, но не факт. По сути, это наш с тобой второй найденный труп за всю походку в лес. Тем более, с такой вот историей. Одного в мешке задушили и наполовину съели, второго топором в бошку. Да еще ногу отрезали. Плюс самое непонятное, каким он образом врос в вагон. Чувак, тут точно творец какая-то аномалия. Какого фига тут в метро вообще горит свет? Это же станция заброшенная. Уже дофига лет. Никто и не занимается, да и энергию не подают. Но именно здесь все работает, как будто так и должно быть, понимаешь? Я вообще не понимаю. Тут творится какая-то нечистая хрень. Все эти ситуации, на которые мы спотыкаемся, говорят нам о том, что мы должны покинуть данный лес и не приходить сюда больше никогда. Да и плюс, сам знаешь, что за животное или как там его, блин, дитя леса, что ли? А, да, точно, именно оно. Когда мы подъехали к лесу, помнишь того самого таинственного деда, который из ниоткуда появился, наговорил нам чуши про то, что «Валите отсюда, вам тут типа здесь не рады» и так далее. А мы просто его послали. Да и прикол в том, что он сам по себе исчез. То есть его шаги не было слышно, когда этот колдун испарился. Томас, я ведь только сейчас понял, что это только начало. Все эти аномальные действия и трупы говорят о том, что началась на нас охота. Нам давали шанс, но мы, мягко говоря, его просрали. И что будет дальше, я не знаю. Теперь нужно надеяться на везение, что мы выберемся из этого леса живыми. Ну и не нужно забывать, что мы приехали в этот лес за кадром Дитя Леса. Ну и, конечно же, за трэш-контентом, который вряд ли кто-то увидит. Главное, у нас сейчас есть цель – найти Дитя Леса и выжить. Самое главное, конечно, выжить, а найти Дитя Леса – это второе место. Но важнее – не отходить, и мы сможем добиться того, чего мы хотим. Согласен с тобой, Том, согласен. Знаешь, мне кажется, данный разговор дал нам понять о том, что как бы, все эти действия – это не шутки, и не какие-то там в церкви приключения, которые всегда заканчиваются в финале хорошей концовкой. Мы живем в реальной жизни, мы не знаем, что случится с нами завтра, а в фильме есть перемотка, с которой мы можем узнать конец, не смотрев начало. Ладно, Флор, нужно идти дальше. Обсудим это, когда выберемся из этого дерьма. Хорошо, Том, без проблем. А ты, кстати, чего нашел? Ничего интересного. Да без проблем. Давай, удачи. Ну что ж, метро, давай, показывай нам свои секретики. Странно, вроде метро, а здесь как будто склад какой-то был. Или лаборатория, бочки лежат, банки, бумаги. И вообще, какого хрена тут горит свет? Что за аномалия такая? Какая-то тут хрень творится. Блоки какие-то. Энергию что ли подают? Или... Да не, или я хз вообще, что тут за дела? Это не метро. Это какая-то частная станция или вообще?
Да пофиг. Интересно, что там у Флора? Как там у него обстоят дела? Иду гляну, а то шуршит чем-то. Упал, что ли? Пошли дальше по метро. Найдем архивы, записи. Чего там бывает в небольших метро? Да без проблем. Только вот где это все искать? Конечно, как вариант, мы можем спуститься на пути метро и пойти там осмотреть. Опасно, но куда деваться? Можно и рискнуть. Меньше слов, больше дела, друг мой. Тогда спускаемся. Экшончик ты наш ненаглядный. Смотри, тупик и входная дверь. Ну что, кто первый пойдет? Ну нет. Ну нет, Томас, ну нет. Да, именно. Нифига себе! Ты чего так орешь? Тут и все так на соплях держится. И ты тут со своими. Нифига себе! Да ты посмотри, тут же гора интересной информации, по которой мы сможем, возможно, узнать историю данного метро и ЖД-станции. Флор, отбой. Тут ничего интересного. Отбой твоего отбоя. Смотри, чего нашел. Что это? Видеокассета? Серьезно? Сколько ей лет? Она, наверное, уже сломалась и сырая. Вряд ли сможем запустить послушать. Чувак, да она в отличном состоянии. Мы можем ее запустить. Тем более тут есть телек, который принимает такие кассеты. Ну вот единственный вопрос, каким образом ты собираешься телек врубать? Магией своей? Или что-то там у тебя в мозгу? Чувак, ты мало меня знаешь. Ну ты серьезно? Таким способом ты собираешься включить такой древний телек? Ну ты реально псих. Сомневаешься во мне? А я вот в себе нет. Включаю. Да ну нафиг. Это серьезно работает? Я на свой телефон 2 пауэрбанка трачу. Да ну нахрен. Скорее вставляй кассету. Окей, бро. Привет, дорогой дневник. Сегодня, как и всегда, работаю в метро. Сейчас на дворе 1985 год, 3 марта. Работа, как и всегда, идет полным ходом, как на протяжении 5 лет. Ну ладно, не будем о грустном, что я еще здесь. Это всего лишь... В общем, я здесь ненадолго. Сегодня меня ждет очень важная перевозка одного ценного груза. Боюсь, что пойдет что-то не так, но сомнения есть у всех, и у каждого. Ну ладно, не суть. В подробностях груза никто не давал информации. Это больше всего пугает. Эй, ты чего не в форме? Давай быстрее, кабанчика. Нам еще состав собирать, да и груз готовить. Да, сейчас. Какой состав? Че еще за груз, блядь? Где Флор? Пошли давай, эту паучку не выдадут в этом месяце. Ладно, ладно. Это тот самый важный груз? Кого отвозим или кого перевозим? Ну, у нас же тут ученые поселились. Эксперименты свои тут проводят. Климат, видите ли, проверяют. Вот и я им не верю. Куда мы идем? Где я вообще нахожусь? Кстати, держи. А то эти додики такси на свои вылили. Дебилы. Да ну, зачем мне он? Надевай давай, ты же не хочешь заразиться и потом блевать на всех подряд. А то еще и потомства лишишься. Пошли давай. Герман! Герман! Ты чего, уснул? Что? Вставай! Нам пора! Что? Где? Да, сейчас, уже встаю. Ну что, сегодня твой знаменательный день? Перевозим твое дитя? Они хотят у меня его украсть! Да ладно, брось, еще настругаешь таких. Нет, это мое дитя! Я никому ее не отдам! Никому! Я не должен позволить им это сделать. Понимаешь? Слушай, Лех, может тебе чутка передохнуть?
поспать денек-другой и подышать свежим воздухом. Ты ничего, кроме своих пробирок, своей жизни-то не видишь. Посмотри на жизнь глазами нас, людей, а не пробирочных. Это все не важно. Нужно им помешать. Время говорит, что пора действовать. Какой действовать? Ты на этой работе кукухой своей поехал. За всю жизнь ты хотя бы к женщине подходил? Не бойся, мой родной. Скоро мы с тобой сбежим. Проголодался, да? Ну потерпи немножко, дружок. Скоро будешь есть то, что ты всегда любил. Герман, долго мы работали над этим. Понимаешь, он как ребенок. Познает, учится, желает, требует. Я не позволю ему мучить его. Леха, давай успокойся, отпусти его. Он рано или поздно должен уйти в свободное плавание. Это как дети, понимаешь? Ты чё, Лёх? Герман, прости. Ничего личного. Просто он проголодался. Это во благо дитя. Он будет жить. Моя голова, черт! Ух, Томас! Томас, очухайся! Проснись! Проснись! Том! Что? Где я? Что с нами происходит? Что за звуки? Давай, вставай! Нужно срочно бежать! Да встаю я, встаю! Не видишь мне хреново! Твою ж налево, Томас! Срочно... Ищи противогазы. Что? Противогазы ищи. Томас, иди сюда бегом. Держи противогаз. Надевай его срочно. Давай. Надел. Все нормально? Да. Все отлично. Ну тогда побежали срочно отсюда. Иначе, если мы не уйдем... Умрем от радиации. Чё стоим? Побежали! Охереть. Ты как вообще? Ну, так сказать, пойдет. Голова очень сильно болит. Согласен. Слушай, Том, тебе было больно? Мои легкие как будто стали камнем. Дышать было невозможно. Тело с лицом горело. А тебе? Все было настолько быстро, я даже не успел ничего понять. Понятно. Еще я видел существо, похожее на оленя. С ужасными рогами. Как будто не его. Думаешь, это оно? Оно самое? Наверное, но с уверенностью сказать не могу. Кстати, меня Федя зовут. А? А, меня Герман. Приятно познакомиться, Герман. Взаимно, взаимно. Том, смотри сюда. Помнишь, мы брали интервью у того отшельника возле ЖД-станции? Охренеть, не встать. Стоп! Федя? Я? Охренеть! Что? Я пережил его жизнь. Он же умер от токсинов. Его хрипота. То есть ты хочешь сказать... Это призрак или... не знаю. Но точно не человек. Так вот почему он сказал тогда, что как будто ему одиноко. Черт. Он давно себя не сберег. Пора идти. Темнеть начинает. Ты прав. Ну, в добрый путь, как говорится. Ага.
кто просил эту бурю выйти на ночную прогулку? Еще немного, и я стану ледяной статуей. Том, я вижу свет. Не время умирать. Чего ты несешь? Вон, смотри. Вижу. Хозяева, есть кто? Добрый вечер. Можно у вас перекантоваться? Конечно. Будьте как дома, путники. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Ой, спасибо, что впустили. Уже в сосульки превращались. Да ладно, мне не трудно. Я как раз харчи приготовил. Присаживайтесь. Отец, тебе здесь не одиноко вообще? Один. Дети уехали. Женушка давно покинула этот мир, царствие небесное. Ну, хлопцы, как вас звать хоть? Но у нас не то, что имена. Мы больше пользуемся псевдонимами. Да нормально. Время не стоит на месте, и молодежь сейчас другая. Флор. Томас. Ага, ну нормально, разберусь. А меня Алексей звать? А вы, ребятки, типа репортеры? Ну типа. Снимаю про местность. Ну, это хорошо. Хорошо. Так, Флор, спальники чурты. Фига разбежался. А чё, по очереди? В деревне я в спальнике спал. Ничего, на полу полезно спать. Ну вот, как раз полезно тебе будет. Ребят, успокойтесь. Кровать с диваном в вашем распоряжении. А вы? А я на печи, косточки слабые. Да и мне теплее будет. Наконец-то по-человечески поспим. Ну тогда я на диване. Ну хорошо. Слушай, бать, нам бы про местность узнать. Без проблем, ребят, только давайте утром. На бодрую голову я больше расскажу. Лор! Лор! ОМОН, блядь! Что ты творишь, блин? Деда нет. Ну, вышел, наверное, воды набрать, подышать. Откуда я знаю, что... Ну, блин, не мешай спать, тут реально. Ночью? В метель? Том, слушай, иди спать. Вот именно ночью тебе нужно прийти и разбудить меня. Ну, какого фига? Не уважаю твой слово. Я тебе говорю, пошли спать. Хуже этого не будет. Так и быть, я пойду первым. Но только пошли. О, господи, Том, еретик ты. Пошли давай, показывай. Ну и чё, где дед? Да я сам не знаю, где дед. Чего ты у меня спрашиваешь? Том, ты слышишь этот странный вой? Или это у меня в голове от токсинов? Нет, Флорщик, я тоже это прекрасно слышу. Пошли в окно глянем. Срочно сваливать. Иерихон звонит. Да, Ири. У нас проблемы. Флор, этот лесник в прошлом был психобольным ученым. Это животное, которое вы сейчас видите, его личная созданная пробирочная тварь. Ну или же по-вашему, дитя леса. Ребят, советую срочно бежать оттуда. Как можно скорее. Мы с товарищами распознали ваши координаты. Вылетаем к вам. Ожидайте. Что? Это дитя? Ири, давай быстрее прилетай. Мы попробуем куда-нибудь сбежать. Но не факт. Так, взглянем, кто этот смельчак?
как-то странно. Не получается пробить номер. Пишет недостаточный уровень допуска. Замечательно. Ну, ситуация без проблем не бывает. Поэтому нужно попросить Семёна, чтобы он попробовал пробить номер. Привет, Семён. Помощь твоя нужна очень срочно. Кого я вижу? Это же сам Орехон. С чем пожаловал? Пробей этот номер, как друга прошу. Так, ну хорошо, давай посмотрим. Номер не местный, другой регион. Мне время нужно, чтобы узнать подробности. Ну, ты сделаешь все возможное? Да, да. Но учти, с тебя бутылка 18-летнего коньяка. Нет проблем, договорились. Спасибо. Чего там Флор говорил? Темный лес? Так, давай-ка посмотрим на него. Куда они свою жопу двинули? Твою же мать! Вот этот? Темный лес. Их направили туда? Надо срочно проверить это место, блять. Вся же информация в архиве. Я же потеряю слишком много времени, пока буду искать. Ну ладно. У меня разве есть выбор? О, здравствуй, Ири. Как сам? Чего пожаловал? Привет, Петька. Мне нужна вся информация о темном лесе, что рядом с тайгой. И какие там случаи были лет так за 20? Так, Ири, иди в правую сторону коридора от входной двери. Там будет кабинет под буквой Т. Там и найдешь всю информацию, которая тебе нужна. Спасибо, Петь. Давай встретимся на следующей неделе. Поговорим о жизни, так сказать. А сейчас, прости, но мне правда очень бежать надо. Хорошо, надеюсь, не забудешь, как в прошлые разы. Удачи тебе. Так, 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 так. А вот и наш кабинетик. Посмотрим. Нужно сейчас найти все подписанные каждые региональные леса. Надеюсь, найду информацию. Горный хребет, болотная тайга, дом мясника, лес горечи, лес потерянных. Ну и последнее. Ох, как же я устал. 4 гребаных часа. Боже. Да ну нахер, не верю своим глазам. Реально. Спустя 4 часа я его нашел. Темный лес. Самое последнее дело, датированное 04.07.2010. Ага. Алексей Лаврентьев. Так, 03.10.1965. Ага. Был задержан ученым, экспериментировал на людях и животных. На его счету 23 человека, замученных до смерти. Охереть. Убийца ранил офицера милиции, старшего лейтенанта Ворожейкина. Ебать ты безумец. Минутку. Тут же еще запись. Также он убил сокамерников. Отправлен в колонию для особо опасных убийц, где должен ожидать решения суда. Да, слушаю. В общем, пробил я этот твой номер. Оказывается, это Алексей Лаврентьев. Он лесник, стал эту территорию 6 лет назад охранять. Погоди, погоди, Алексей Лаврентьев? А он не сидел? Неизвестно. Данных по этому поводу нет. Но тут лес... Частые сообщения о пропаже людей. Так что это стоит проверить. Также его дело слишком почищено. Так не бывает.
Ири, срочно узнай про этого типа, потому что его рожа на фотографии уж больно мне знакома. А этот Алексей сколько сидел по делу темного леса? Сейчас. А, вот. Опа. Вот это новость. Убил в тюрьме 3 полицейских. Отсидел он, значит, 7 лет. И на утро 4 июля 17 года он исчез. Никто его не видел, чтоб ты понимал. Но нашли странные следы. Больше ничего не известно. 7 лет сидел этот, а лесник промышляет там 6 лет, и по делу 13 лет. Твою мать, Флор, бля. Он же сейчас едет прямо к этому ублюдку, прямо в горячие руки. Да, Ири, у нас проблемы. Флор, этот лесник в прошлом был психобольным ученым. Это животное, которого вы сейчас видите, его личное... пробирочная тварь, ну или по-вашему дитя леса. Ребят, бегите оттуда срочно, как можно скорее. Мы распознали ваши координаты и вылетаем к вам. Что? Это дитя? Ири, давай быстрее прилетай. Мы попробуем куда-нибудь бежать. Ну, факт. Надо срочно их спасать. Но моих сил мало. Там этот маньяк, так еще и тварь. В придачу. Кто же мог... Может... Куса! Блять, точно, Куса! Ну давай, отвечай! Алло, это кто? Куса, это Эрихон. О, привет! Давно тебя не слышал и не видел. Как сам? Не сейчас, Кус. Флор и Томас сейчас попали в передрягу. Надо срочно их спасать. Флор? Томас? Что случилось? Гони прямо сейчас к оперативному зданию Фурхона, там буду тебя ждать и все расскажу. Выезжаю, брат. Чего так долго? Ха, ты в багажник машины посмотри и поймешь. Ну нихера себе, откуда столько добра? Мой арсенал на всякий, документы в порядке. Так, давай сейчас по делу. Прямо сейчас выдвигайся в темный лес, они будут недалеко от заброшенной базы отдыха лесника. Хорошо, но мне нужны точные координаты. Я не знаю, куда именно ехать. Дороги этого леса я не особо знаю. Хорошо, я скину тебе координаты в наш секретный чат, а сейчас выезжай. Хорошо, разберемся. И да, тварь возьмите на себя, она мне маньяк. Мне насрать, кто и что. Ну или если моих корешей тронут, пиздец всем. Добро, закончим с этим делом, поговорю с капитаном по поводу твоего повышения. Я же знаю, какие у тебя трудности, помогу, конечно. Я буду очень рад. Да и у меня и лучшая команда есть. Куда я без вас? Я всегда вам помогу. А мы без тебя не справимся. Прям совсем. Ладно, я поехал. Время не ждет, нужно спасать корешей. Давай, Кус, увидимся в лесу. Если что, обращайся по нашему секретному чату. Код отправки, думаю, ты помнишь. Так, нужно собрать команду спецназа и вылетать. Итак, бойцы. Прямо сейчас мы летим прямиком к этому очень опасному маньяку. Скажу сразу, этот ублюдок убил многих таких, как вы. Скормил свои зверушки. Если попытается атаковать вас, убить на месте. Монстр, что будет там, убить. Наши цели. Нужно спасти 2 гражданских. Имена Флор и Томас. Задержать маньяка. Взять живым. Если будет атаковать, то сами знаете, что делать. Ну и последнее. Нужно устранить его зверушку. Наш план. Окружим здание. Зайдут только 3. Я, Куса и сержант Джаз. Остальные прикрывают с улицы. Вяжем по возможности цель. При встрече с опасностью ликвидировать. Как я упомянул ранее, гражданских найти. Помочь эвакуировать. А территория должна быть оцеплена.
Держимся строго на частоте 44.1. Держаться группой. Никто не разбредается. Все, что увидели странно, немедленно доложить мне. Всем все понятно. Товарищ командир, насколько тревожная ситуация? Это операция уровня «Хищник». Лесники Тёры опасен. Ни при каких условиях не ведитесь у него на поводу. Он может убить вас очень быстро, к тому же и ловко. Отстанете от группы, вам конец. Так в любом случае следует за всеми. Не будете выполнять приказы, пристрелю. Работаем быстро. Выполняем. Хоть и айтишник, но лучше него нет никого. А еще я знаю местность примерно по картам. Неизвестно, что нас там ждет, но мы справимся. Товарищ командир, насколько тревожная ситуация? Критическая. Еще есть вопросы? Замечательно. Лобби, сколько нам еще лететь? Примерно 3 часа. Отлично. За 10 минут до посадки вам сообщу. Прекрасно. Командир, а кем вы раньше служили, если это не секрет? ВДВ, 76-я воздушная десантная бригада. Офицер, полагаю. Верно, старший лейтенант в запасе. Воу, с таким точно не пропадем. В бой, ребята. Я вот хотел спросить, а как быть успешным в команде? Секрет успеха? Доверить свою команду и не оставлять шанса на ошибку. А вы такие отстаты знаете, оказывается. А вы мне понравились. Я думаю, мы с вами сработаемся. Так, закрой рот, Ролан. Да чё ты так? Я ж просто спросил. Томас, срочно собирайся. Нужно валить с этого дома. Берем вещи и сваливаем. Ну нахер. Черт, он уже тут. Прячемся. Твою мать. Мое дитя, я тебя сейчас накормлю, друг мой. Будешь сытым, сильным, как ты и мечтал. Ну что, пора будить наших гостей. Черт, он поднимается к нам. Есть план по сваливанию? Как вариант, можем разбить окно и выпрыгнуть. Ну или же попробовать подстрелить его. У меня нету оружия, как и у тебя. Но у меня есть дубинка, попробую с ней справиться. Как? Каким образом? У него же ружье! Прячься, сейчас все увидишь. На всякий случай, прощай, друг. Ребята, вы здесь? Не прячьтесь, я всего лишь хочу с вами поговорить, не бойтесь. Я не причиню вам зла. Получай, мразь! Надеюсь, ты сдохнешь! Томас, бежим срочно! Да ну... Флор, ты что-то от меня скрываешь? Меньше слов, Том. Бежим! Том, не отставай! Да бегу я, бегу! Ищи, где можно спрятаться! Ты тоже ищи! Нам нужно выждать время, чтобы дождаться Эрихона. Сука! Вор! Вор бежит за нами! Ёптайте, откуда?
дом, давай в него. Блядь, беги, беги, он почти нас догнал. Главное не отставай, беги, мы сможем. Да бегу я, бегу, моя жопа на грозовом ускорении. Ох, твою ж мать, надо завязывать жрать. Я больше не могу, еще такой марафон я точно не выдержу. Ты видел ту хренотень? Этот сумасшедший говорит с этой тварью, как с ребенком. Ага. Мне страшно, чувак. Ты просто не представляешь. Ладно, пока ждем, давай отойдем в комнату без окон. Сидим тихо. Пойдем. Я уверен, что мы услышим наших. А теперь можешь мне рассказать, что это было, когда к нам лесник поднимался? Что это за тэквондо? Прикольно я его, да? Да я вообще не верю, что это ты с ним так. Ты в этот момент как будто не ты. Придет время, я тебе расскажу. А сейчас нужно сидеть тихо и выжидать Ирихона с его отрядом. Ну что, дитя мое, ты нашел их? Ты должен их убить! Они твоя еда! Съешь их! Они не должны выбраться отсюда. Я никому не дам тебя забрать. Ищи их! Встать в строй! Я пока осмотрюсь. Куца, далеко не уходи. Бойцы, далеко не отходим и не отстаем. Следуем за нами. Без лишней хуйни. Тут начинается ад. Тут вы увидите того, чего не видели дома. Не боимся. Ну а если боимся, отходить к своим. Товарищи, мы на территории врага. Тут очень опасно. Ваша реакция и ваша подготовка спасут вам жизнь. Я буду с вами. Всем все понятно? Отлично, все за мной. Бегом. Машину тут оставим? Ты не проедешь, застрянешь и будет полный пиздец. Печально, конечно, слышать. Сейчас будет пиздец. Бойцы, снимите с предохранителя оружие, предчувствие плохое. Слушаем задачу. Быстро добираемся до того дома. Нужно найти гражданских и вывести их. За мной. Бегом, бегом, бегом! Штурм, задержать ученого! Руки поднял. Руки! О, черт! Нет! Отвалите, уроды! Вы не понимаете! Оно мое творение! Заткнись! Отпустите, уроды! Вы его не поймаете! Никто не поймает! Беги, дитя мое! Беги! Он меня достал. Тащим теперь. Надо его еще охранять. Игла, Джаз, введите наблюдение за территорией. В случае возникновения информации, доложить. Есть. Есть. Альфа, за мной. Осмотрим территорию вокруг дома. Да, точно. Видишь что-нибудь? Вижу. То ли дом дали, то ли что. Товарищ лейтенант, на связи Игла. Докладывай. Товарищ лейтенант, мы нашли недалеко дом. Разрешите проверить его на наличие гражданских? Разрешаю. Будьте начеку. Есть. Конец связи. Идем. Проверим.
Джаз, ты видишь это? Естественно. Докладывай срочно! Товарищ лейтенант, на связи игла. Ответьте, прием. Прием, тут тварь. Высокая, с рогами, похожа на оленя. Ошивается вокруг дома. Спугните тварь и проверьте дом. Внимательно. Будете бдительны. Прием. Есть. Игла, прикрой меня на всякий. Я пойду в кусты и дам огня. Думаю, сбежит. Хорошо. Зайдут, ударь по голове, как в доме у лесника. Идея злодея. А давай попробуем. Будь наготове. Идут. Готовься. Идем, пока есть время. Не хватало, чтобы эта тварь вернулась. Вроде чисто. Заходим. Ты что делаешь? Свои, свои! Сорян. Не знал, что свои. Оборону ёптать. Помоги мне его поднять. Я от Ирихана. Ты ведь Флор? Именно, так и есть. Так, а где у вас Томас? Томас, можешь выходить. Тут свои от Ирихона. Да ну нафиг. Наконец-то спасение. Здрасте. Здравствуй. Так, отлично. Теперь вас нужно доставить к Ирихону. Он все-таки прилетел? А вас много там? 7 человек. Ну, на тварь хватит. Вы ее видели, кстати? Видели. Видели вашу тварь. Сука большая. Может, посидишь? А то Флор отработал очень хорошо. Некогда отдыхать. У нас приказ. Давайте, выходим. А если оно там? Дадим смачных пиздюлей. Пошли уже. А где тварь-то? Да кто ее знает? Мы спугнули, а там не знаю. Так вы еще и на вертолете? Ага, тут все по-серьезному. Это же Флорхан. Товарищ лейтенант, ваши друзья найдены в целости и сохранности. О, какие люди! Привет! Спасибо, что прилетел и спасли нас. Спасибо? Спасибо, блядь. Вы два, взяли и уебались сюда, без нужной информации. Как вы, блядь, вообще, сука, додумались? Ири... Да, виновата, но это не повод так... Закрой свой грязный рот, тебя не спрашивали. Это был шанс заснять что-то. Ну что, засняли? Эта тварь чуть вас не сожрала, а вы, блядь, сука, дебилы! Товарищ лейтенант, пойдемте, нужно обговорить все. Тварь недалеко от нас, нужно что-то делать. Черт, этого не было в планах. Тварь гналась за вами, видела вас? Да еще как видела, а скорее не гналась, а почти оторвала Томику задницу. Кто-то из вас должен стать приманкой. Не я. Флор? Чё? Вот же срань. Почему я? Потому что так надо. Заткнись, Том. Так, Флор, план такой. Ты пойдешь по дороге, будешь приманивать. А я спрячу рядом группу. Ты подведешь тварь. Отпрыгнешь и дашь сигнал на огонь. А если план пойдет не по плану? Просто беги, мы поможем, чем сможем. Ладно, пойду готовить засаду. Зашибись план, просто супер, как швейцарские часы. Эй, дитя, я тут. Где же ты? Как по мне, это плохая идея, и план говно. Флор, как обстановка? Пока что тихо. Как у вас там? Да никак. Ждем вас. Страшно, блин. Получай, тварь! Давай! Давай! Иди сюда! Чего орешь? Черт, кажется, пора бежать. Ири,
Готовьтесь! Этот кусок меха за мной! Нет! Вот же сука! Флот, сука, мразь! Да как же так? Он нас спас, жертвуя собой. Надо спуститься к нему срочно! Парни, идем вниз, это приказ. Нахер, блядь, не верю! Блядь, Флор, почему ты... Еще даже, сука, жизни нормально не пожил и не видел. А тут тебя, блядь, уже нет. Я буду скучать, дружище, сука. Ты был нашим светом во тьме, герой, блядь. Ири, я тут! Ты чё, накурился, что ли? Да за шо? Нехуй пугай так долбоёбина кусок! Ёбаный ты волшебник. Такое не каждый день бывает. Дай-ка сфоткаю. Больше так не делай, придурок. Сука дебил. Постараюсь быть живым. Сёк, дружище. Спасибо, что пришёл на помощь. Парни, летите к нам под склон. Заберите нас. Принял, скоро буду. Ну что, ждём вертолёт? Флор, с тебя пиво. А я что? С чего это? Я с Ири согласен. Какой же ты продажный. Это бизнес, братан. Вас спасать один гемор. Да ладно тебе, зато есть материал на видео. Это шикарно, но риск умереть был очень высок. Очень высок. Радуйтесь, что успели. Тварь боялась большого скопления людей. Спасибо, парни. С нас Томасом причитается. В смысле с нас причитается? С нас причитается. Ладно, ладно. Причитается. Товарищ лейтенант. Слушаю. Нам пора вылетать. Служба зачистки разберется. Готовь бойцов и вылетаем. Есть. Отпустите меня, суки! Вы убили мое дитя! Вам всем конец! Конец! И да, особенно тебе, детектив. Я до тебя доберусь. Мы еще не закончили. Ага, ага, конечно, удачи. Ты записал контент? Еще какой. Это точно взорвет все. Тоже так думаю. Ладно, пойдем. Может повезет, мы еще и Ирихону покажем все наши приключения. Он уже завидует. 100%. Только дилетант покупает патроны в магазине. Профессионал изготавливает пули сам. Во! Вчера сделал. Кодовое название на слона. На слона, блядь.